мы проехали место старта, я потом еще раз на него, наверное, тогда покажу, выйду, а сейчас мы пытаемся двигаться вперед. Давайте все-таки отсюда еще ракурс стартовый посмотрим. Вот, место старта — это второй горящий фонарь. Не путать с третьим, не путать с первым. Именно там стартуют оба забега. А теперь попытаемся разогнаться.